Так, вот подходит к концу очередная путина. Все, уже идут сборы. Собираемся. И отходить. Надо будет вот этот мотор повесить на ту лодку. Убрать мусор. Ну и все, собираемся уже потихонечку. И уходим. А? Ага. Эту же собранную интеря сейчас вот эти соберем. И все. И потом уже будем уходить. Ну не сегодня, конечно, завтра. Все, лодки собраны. Все винтеря собраны. Осталось так по мелочи. И все. И завтра, даст Бог, байду уже туда тащить. Потому что скоро ожидаются морозы. Все, а то замерзнет. Опа, чайка, 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 чайка. Ловит, ловит. Дядя Саня уже ушел, он там, дядя Саня стоял. Он уже ушел. И мы тоже. Добрый день еще раз, дорогие друзья. Ну вот на этом могу сказать. Осенняя путина 23-го года заканчивается. Все уже подвязано караваном. И двумя тягами идем.
Сейчас вот стоим и вот приемка наша. Вот эта вот приемка. Сейчас должен подъехать баркас, подойти. Ну и мы, соответственно, подвязываться будем и тоже пойдем под баркасом. Тоже все готово. Наша живность. Опа. Сосиска ползает. И так, двигайся. Вот и подходит к концу путина, осенняя путина. Изображение, конечно, плавает. Баркас, это рыбница. Нам сейчас до базы дойти, чтобы вот эту вот барку свою оставить. Там французская база есть, туристическая, для охоты и рыбалки. Вот до нее дойти нам, и там нам оставить надо будет. Парк, вот эти вентиля. Вытащили. Все. И уже все сейчас. Даст Бог, скоро уже пойдем. Байду поставили на канале. На базе. О,
вон там плавают телевизиончики. О. Все, рыбаки ушли, телевизиончики пришли. Телевизорами ловят. Раз, два, три лодки по там два человека и остальные по четыре человека. Вот это вот. Вот так вот. А потом говорим, а где рыба? Где рыба? Вот вся рыба. Это для французской базы. Опять Сань тащит на лодку. Какой мотор, сэр? Двадцатка на большом висит. А вот тот меня не взлюбил. Вид с берега. Турбаза. Испытание нового винта. Там вода у тебя через борт не течет, когда ты на полном идешь? Значит, можно одной тягой тащить все. Надо этот, ручки ей приделать. По бокам. Вот этой лодки. Задний. Так, ну вот вроде бы как бы и заканчивается осенняя путина. И мы уже все барку оставили. Сами тремя лодками идем домой.
ты, ковша какая. Коршу какой протащил. Все, пиздец. Шляпа, дядь. Эх, ничего себе, вот это забиты проходы. Леса. Ой-ой-ой, перчатка. Вот. Такие вот леса стоят с обеих сторон. Вот такой сушняк здесь торчит. Дай бог кому-нибудь упадет. Все, считай, если этот сушняк упадет, перекроют.
лучше. Вон так, надо идти таскать.